Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберцы. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов районной администрации. За прошедшую неделю в городском округе Люберцы стражи правопорядка зафиксировали 1650 обращений жителей в полицию. По заявкам было возбуждено 56 уголовных дел. 40 из них раскрыли по горячим следам. Также произошло 170 ДТП с пострадавшими. Несколько пожаров на территории городского округа Люберцы и вблизи него. Лыткарины уже сутки тушат большой пожар. Горит склад, 2500 квадратных метров. Сейчас будет обрушение. Перекрываем дорогу совместно с сотрудниками 14-6 батальона, чтобы люди из Лыткарина могли в объезд объехать и попасть в Москву. Также на прошедшей неделе был пожар в Котельниках. Сгорел склад площадью 1000 квадратных метров. И в поселке Малаховка сгорели кафе и магазин. Здесь надо заниматься и профилактикой, и предупреждением, и, естественно, в средствах массовой информации постоянно давать такую дозированную информацию, тем более впереди лето, жаркое, поэтому здесь нужно просто доводить до наших жителей правила поведения в лесных массивах, в жилом фонде и так далее. Эти вопросы нужно постоянно держать на контроле. Руководители структурных подразделений округа пообещали Ружицкому произвести уборку территории в поселке Малаховка на остановке общественного транспорта. В рамках замечаний и предложений жителей установлено следующее. Необходимо произвести эвакуацию брошенных автомобилей вблизи дома Семя по улице Ковараша, дома 20 по улице Кирова. В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий уже начаты работы по устройству детских, игровых и спортивных площадок. До 1 сентября будут установлены 56 детских и 51 спортивная площадки. Также на территории городского округа Люберцы было собрано и вывезено 50 кубометров мусора. Ликвидированы несанкционированные свалки общим объемом 24 кубометра. С 15 по 21 мая проводились плановые работы по уборке и очистке проезжей части дорог и тротуаров городского округа. С городских улиц и проездов вывезено 117 тонн смета и мусора. Общее количество техники, задействованной в уборке, составило 54 единицы. 121 человек работал вручную. 31 мая в среду в школе 54 поселок Октябрьский в 18 часов вечера глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проведет ежемесячную встречу с жителями. К участию приглашаются все желающие. Екатерина Скрижалина, Кирилл Евгеньев, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.